Если у человека существует какая-то серьезная зависимость, вокруг нее выстраивается определенная реальность. И эта реальность влияет на всю жизнь человека, в том числе и на его отношения с другими людьми, в первую очередь с его близкими. И в какой-то степени эта искаженная реальность становится и их реальностью. Например, дети зависимого человека часто вырастают и имеют искаженную психику. И в своей взрослой жизни они бессознательно ищут привычную для себя реальность, тем или иным образом повторяя поведение своего родителя или найдя себе похожего партнера. Поэтому, близко общаясь с зависимым человеком, нужно стараться не искалечить свою собственную психику. Важно понимать, что ваш выбор своей жизни и тот выбор жизни, который делает другой человек, это не одно и то же. Очень часто у близких зависимого человека существует идея, что они могут и должны абсолютно любой ценой, даже ценой собственного благополучия, здоровья и жизни, помочь зависимому. Но этим они снимают с себя ответственность за свою собственную жизнь и снимают ответственность с другого человека за его жизнь. Не забывайте, что главное, за что вы отвечаете, это вы. Не калечьте самого себя.